О спорте. 13 золотых медалей завоевала сборная России по боксу на 19-м международном турнире памяти Магомедсалама Умаханова. Финальные поединки соревнований прошли на базе Каспийской спортшколы «Энергия». Участниками мемориала стали порядка 200 боксеров, представляющие 22 страны. Награды турнира разыгрывались в 10 весовых категориях среди мужчин и в 5 среди женщин. По итогам состязаний в активе российских мастеров кожаной перчатки 36 медалей, 13 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых. Это дает нам большой результат, то, что наши ребята имеют возможность сегодня выигрывать. Таких именитых спортсменов и иметь за собой хорошие бои, это дает опыт большой для наших ребят. И не только для наших ребят, это люди, которые с мировым значением, которые приехали, они здесь учатся боксировать. В полутяжелом весе уже третий год подряд на высшую ступень пьедестала поднимается дагестанец Адам Магомедов. В финальной встрече 25-летний боксер решением судьи одержал победу над земляком Джамбулатом Мамаевым. Турнир для меня прошел, в принципе, можем сказать, хорошо, как я хотел. Только в начале сетки закинули меня 4 боя, я хотел провести 3 боя. Так и получилось, как я хотел. Один соперник снялся. Первый с местным парнем боксировал, второй с бразильцем. Тоже хороший бой прошел. И третий вот сейчас тоже с местным парнем до конца отбоксировал, продышался перед Россией, то, что нужно как раз. На пьедестал почета также поднимались боксеры из разных стран, однако золото из Каспийска увезли лишь 2 из них. Это спортсмены из Казахстана и КНДР. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.